Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Что же делаем дальше, Уэйн? Я не знаю пока. Нет никаких идей. Эта штука у нас. Но... у нас нет ни дома, ничего. Наш дом. У меня даже плана действий нет. Я не знаю, что делать. Ну что, теперь идти, куда глаза глядят, или что? Как нам их найти, как нам их вызвать? Все книги остались в доме, все сгорело вообще, все, над чем я работал, все мое, оно осталось там. Я только сейчас это понял. Мне очень грустно об этом вспоминать. Где же мы, куда, может быть? Может быть, спуститься в то убежище или... А помнишь? Да. Помнишь, вот тут на берегу недалеко было... был их зал какой-то? А, это то, где типа... Понял, где держали там кого-то из нас. Кого же там держали? Меня, что ли? Или тебя? Блин, да. Я понял тебя, короче. Это то место. Ну и что теперь с ним делать? Может быть, мы придем туда? Может быть, это их как штаб-квартира? Не знаю, смешно. Но, может быть, это то место, где они собираются, или где шансы хотя бы найти есть? Сходим туда, посмотрим. Так, ну давай, если я вспомню дорогу. Так это надо. Я помню, что надо идти вдоль берега, поэтому надо сейчас как-то выйти к берегу. Давай. Ну вот видишь, а ты говорил. Вот мы и нашли. Только подожди, вы. А ты уверен, что здесь никого нет? Ты знаешь, я бы честно был рад, если бы мы их сейчас встретили. Потому что я вообще не знаю, что делать. Вот эта клетка. Та самая клетка. Вообще было. Были времена. Двери открыты, может быть, они и забыли про это место, может быть, это ошибка, может быть, это огромный риск. Я подумал оставить кристалл здесь и уйти. Слушай, ну если это их кристалл, давай его здесь и оставим, и забудем о нем. Возьмут, не возьмут, пускай сами. А если его возьмет кто-то другой, какой-нибудь левый проходимец, или какое-нибудь животное съест. Значит, судьба думаешь? Такова. Что ж, возможно, ты прав. Что? Если они следят за нами, то они все понимают. Я оставлю его здесь. Вы слышите нас? Ладно, идем. Давай. Я не знаю, что нам делать дальше, Уэйн. Мы сделали все, что могли. Да. Может быть, надо ждать. Надо просто ждать. А даже не знаю, чего и ждать-то. Мы всю жизнь что-то ждем с тобой. Настало все. Смотри, смотри. Черт, бежим, Уэйн. Стой, спокойно, подожди. Смотри, что у него в руке. Это же тот самый. Ты видишь, да? Да. Кажется, он забрал. Он получил то, что хотел. Эй, и что теперь делать? Я не знаю. Он не нападает. Смотри, он улетает. Он улетает, да? Это что это значит? Он улетел. А, все? Это что? Это конец? Я не знаю. Что это было? Подожди, тогда... Ну, он получил, что хотел. Получается, это... А где остальные? Остальные. Может быть, они не дожили? Я не знаю. Еще как-то странно. И что это? Это... Я не знаю. Я не знаю, что сейчас думать. Он ничего не сказал, но... Какая-то радость, знаешь, как будто мы что-то сделали, понимаешь? Как будто мы осуществили что-то вот... Как будто груз души какой-то, прям. Тяжесть, да, это спало как будто, но одновременно нет уверенности в том, что это все... Странно. Подожди секунду. Как будто это конец всей истории. Подожди, смотри. Что это? Что? Я нашел это в кармане. А что это? Я нашел сейчас это в кармане. Это... Это зерна. Это не просто зерна. Я не знаю, помнишь это или нет. Но это те самые зерна от яблока.
который я хотел использовать для ускорения, для той формулы ускорения роста растений. Помнишь, я работал в самом начале? Да. Вот ключевым ингредиентом. И теперь вот он. Это все, конечно, здорово, но другой вопрос волнует. Где нам теперь жить? Ты понимаешь, что с этими зернами, да, возможно, жить нам пока негде. Но если я разработаю эту форму, мы сможем ее продать. Я смогу стать известным, и мы больше не будем нуждаться. В общем-то, мы не нуждались, но главное сейчас как-то это все пережить. Но, думаю, это уже не самая важная проблема. Слушай, вот я думаю, ты обрадовал. Я думаю, мы смогли снять это проклятие, проклятие с рода. Это самое проклятие судьбы. У нас получилось, брат. Мы справились. Брат, неужели это конец всей истории?